Hello everyone. Прошло 67 дней с того момента, как мы попали на неизвестную планету через Darkhole. За это время я успел investigate 21 square miles of the territory, пометить периметр, and became hungry до такой степени, что learned how to жрать alien native vegetation. It's an incredible experience. Very delicious. But я бы предпочел познакомиться с местной rabbit, рябчик, or some other bio-objects. Еще неделя такой healthy diet, and у меня начать появляться dark things на тему случайной охоты на дремлящий Денис Корза. Надеюсь, что это достаточно тактичный намек. Еще и Endless Ray. Ужасно на беде. Ешь. Да сколько можно чинить себя этим сеном? Пасущиеся леса. Планирует покушение на человека, если он не добыт ей more caloric diner. Человеческие щеночек, я прячу клыки, и уже не помню, как хрустят кадыки, и я почти забыл. Но ты не напрягайся, я, конечно же, шучу. Но. А снится нам полная миска корма дома, соседских кур забор застрявший голова. Но вечно тянет нас в места, где местность незнакома. А завтрак, ужин и обед одна трава. Героическая музыкальная пауза окончена. Время экономить energy for the return trip. Ну что, мы шли сюда 2 дня и наконец дошли. 2 световых дня. Ну, точнее, это 2-й день, да? Ну ты еще дропни свет от кратер. Кто меня тогда домой телепортирует? Никто не пострадал, это фейк, это вброс. Робот-астронавт, что сигнал станет звезд. Разумной жизни нет на планете. Врага уничтожили объект. Никто не пострадал. Слушай, а может задержимся немного? I smell something very familiar. It's mice. Космические полевки, обитающие в золотом сенном пути. Science взывает к нашему исследовательскому духу. Бойся, верь мне, идем на восток. Даже если мир треснет. Ты решил взять образцы сена? Или это то, о чем я думаю? По-прежнему не ясно. Но я надеюсь, что это образцы. Блин, не докину. Докинул. Oh shit, I have it almost believed you. А ты все такой же дурак, Арнольд Петрович. Окей. Я просканирую эти образцы своим high precision olfactory sensor и никому не расскажу, какой ты дурак на самом деле. Доволен? This is the maximal achievement of your life.
еще раз бросишь образцы мне на голову, и там, где ты собираешь утреннюю росу для питья, окажется я не роса. Тебе снова повезло. Но твое везение не бесконечно. Вот почему у всех адекватный напарник, а мне достался ты. Прости, Флойд. Я не смог удержаться. I appreciate your apology, but я ненавижу постоянный сарказм в них. I hate it. Все, теперь все так и будут тебя преследовать. Теперь за лайки, ушаночки, фуфайки, а за репост, а за репост на погост.